Остатки жилища и печь для обжига обнаружены археологами при раскопках в Нарпальском районе. Находка предположительно относится к X-XII векам и свидетельствует о процветании городостроительства и ремесел на этой земле еще с древних времен. Исследования проводились специалистами Самаркандского института археологии на территории памятника Рабинджон в Махалле-Тошкоприк. Источники указывают, что городище появилось в первой половине первого тысячелетия до нашей эры на месте руин старого городка Орамеджон. В средние века на этой территории существовали такие села, как Сакён, Санкапот, Фурфора и Карзон. Городская часть, расположенная на караванном пути Самарканд-Бухара, была укреплена крепостными стенами в раннем средневековье и продолжала расширяться вплоть до XII века. Пока мы можем только предположить, что найденные при раскопках жилища на самой верхней части относятся к XI-XII векам. Сейчас мы спустились до слоев, относящихся к V-VI векам. Стратиграфические раскопки показывают, что в VII-VIII веках жилой дом был построен на платформе, а за ее пределами было сделано еще несколько строений. Также найдена арка. Мы думаем, что она служила входной частью в крепость. Внутри жилища размером 5,5 на 3,5 метра археологи обнаружили очаг диаметром 44 сантиметра, который использовался для обогрева помещения. Найденные фрагменты керамической посуды, монеты, кирпичи и остатки стен указывают на то, что находки относятся к эпохе караханидов, то есть X-XII векам. Также к этому периоду относится хумдон для обжига гончарных изделий. Печи раскопали в юго-восточной части городища. Археологи продолжают свои исследования, и надо сказать, что за последнее время в Нарпальском районе обнаружены более 60 археологических и архитектурных памятников, относящихся к палеолиту, античности, раннему и позднему средневековью.